поднятое настроение, удовольствие от жизни и даже улучшение здоровья. Вот секрет популярности народного творчества, уверен Игорь Иванов. Всегда хотел петь, но работа не позволяла. С выходом на пенсию мечта сбылась. Говорит, в этом и есть его активное долголетие. Душа еще жива, и она требует воплощения, она требует выражения. Выражение в песнях наших замечательных, нашего русского народа. Хор «Лира» уже не первый год участник фестиваля. Коллективу 22 года. Здесь поют и участники войны, и те, которым за 90. Фестиваль заряжает их энергией и позитивом. На этот фестиваль мы очень любим приезжать, потому что здесь всегда очень доброжелательная обстановка. Хорошо встречают, хорошо оформлена сцена, звуковое сопровождение, световое. А всегда хорошая очень организация. Конечно же, это продолжение народных традиций. На Руси хоровая песня, как народная, так и академическая, всегда имела очень большую силу, потому что хоровое пение, оно объединяющее. На этом фестивале народное творчество объединило хоровые коллективы и академические ансамбли со всего Одинцовского округа. Пели и патриотические песни, и классику, и русские народные композиции. Все готовились основательно. Они ведут отдушину в своей жизни, понимаете? Они совершенствуются, обладают хоровыми вокальными навыками, приобретают эти навыки. Ну и, конечно, я как профессионал с ними работаю и над трудностями, и определенный репертуар у нас, и лирический, и патриотический, широкая амплитуда репертуара. Фестиваль проходит ежегодно. Он позволяет выявить лучших, чтобы дальше они представляли округ уже на региональном, всероссийском и даже международном уровнях. И, конечно, становились победителями. Площадка фестиваля позволяет и зрителю, и другим коллективам увидеть друг друга, пообщаться, по-хорошему подсмотреть что-то особенное у других и применить в своем творчестве. Что называется, по-хорошему на других посмотреть и себя показать. Задача жюри, в составе которого заслуженные работники культуры, представители Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, помогать солистам и коллективам расти и развиваться, в том числе и тем, кто делает первые шаги в народном творчестве. Стеша Рыжова поет в фольклорном ансамбле «Жордочка» всего 2 месяца, но уже отлично разбирается в народных песнях и знает, почему их так любят. Чтобы развить себе какой-то долг, что какие раньше были занятия у людей. Они танцевали, пели народные песни, колядки, частушки. Словом, народное творчество живет и не только в песнях, но и в душах. Возможно, в этом и есть открытый и широкий русский характер. А значит, и праздник народной культуры будет продолжаться. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».